В Чебоксарах впервые состоятся городские соревнования групп поддержки. В Америке этот спорт называют чирлидингом. И там, за рубежом, стать членом команды не так-то просто. Нужно быть сильным, красивым и в отличной физической форме. Поскольку в Чувашии планируется одно за другим несколько крупных спортивных событий, профессиональные группы поддержки появятся и у нас. Участниками соревнований могут стать женские команды общеобразовательных школ в разных возрастных группах – 4-й и 5-й классы и 10-й и 11-й классы. До 27 сентября состоятся внутришкольные этапы, затем сборные пройдут в районный этап. В школе номер 19 первая ступень пройдена. Две команды уже неделю разучивают конкурсную программу. Я думаю, прежде всего, это конкурс болельщиков или конкурс болельщиц. И девочки подошли к этому творчески именно болея за свои команды, болея за мальчиков в первенстве по футболу, болея за девочек в пионербол и болея вот в легкой атлетике. И просто появилась вот такая сборная команда, команда болельщиц. И здесь прежде всего у девочек сейчас идет дух соревнований, но я считаю, в то же время это... И спорт, это физкультура, это, конечно, здоровый образ жизни. Чирлидинг – это не просто танцы. Это сложный жанр, который сочетает в себе гимнастику, акробатику и элементы шоу. Но девушек из команды школы номер 19 не пугают ни шпагаты, ни высокие поддержки. Главное, конечно, с удовольствием танцевать душой, всегда улыбаться, оптимистичным быть и дарить тепло зрителям и любовь. Финальные соревнования первенства пройдут среди 5 сильнейших команд города в день открытия международного форума «Россия – спортивная держава» 9 октября на стадионе «Энергия». Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.